Всем привет-привет, мои дорогие! С вами Ирина на своем канале Ирина Багира. И сегодня будет розыгрыш орхидей. Ура! Итак, третье место у нас такое прекрасное растение, как хлавиара. Это такая диковинка, которая появилась совсем недавно в свободном доступе, чтобы можно было ее купить. Итак, хавиара радует цветение 8 месяцев в году. Самое пышное цветение у нее приходится на зимние дни. И особым плюсом этого растения является то, что цветение происходит без дополнительной подсветки. Вот такое небольшое растение, оно выдает множество цветочных стрелок, цветоносов, и очень смотрится красиво, не когда его поднимают цветоносы кверху, а когда они, мне нравится очень, когда они падают таким каскадом цветов, как ампельная форма. Это выглядит очень-очень красиво. А также цветочки ароматные и имеют конфетный запах. Вот такая вот диковинка, вот такая вот хавиара, ну, это просто, думаю, что будет изюминка любой коллекции. Цветочки миниатюрные, такой формы, причудливой, еще и пахнут, и чем-то она похожая, да, на Oncidium Twinkle. Так что, да, и хавиара относится к Oncidium-ной группе тоже. Так что вот такое вот растение прекрасное, солнечное. Растение имеет две бульбы, псевдобульбы, и также огромный молодой рост. Новые корешочки, которые торчат во все стороны антенками, свежие, молоденькие, зеленые. Также в целом растение выглядит здоровым, ухоженным, сидит в коре. Но нуждается в пересадке, так как оно покупное, и я не знаю, как стоят дела с корнями в середине и что там под основанием, поэтому я предупреждаю. Вот такая хавиара. Второе место — прекрасная мультяшная орхидея, мультифлора. Она такая нежная, в такой весенней цветовой гамме, поднимает настроение. Нежнулька в бутонах и цветах, цветущая орхидея, конечно же, с абсолютно здоровыми корнями, шейкой, листвой. Растение шикарное. Это миди. Растение, также напоминаю, покупное, не мое домашнее. Нуждается в осмотре корней середины, пересадки, возможно, чтобы убедиться, что под основанием орхидеи, как мы знаем, не заложен мох, торфяные стаканчики, губки и так далее. Вот такая вот расцветочка невероятная, мне напоминает чем-то сакуру даже. У меня такой расцветочки нет, поэтому я тут облизываюсь. По-моему, у нее даже есть название, и она называется Delacroix Phalaenopsis. Да, вот такая вот красотка, вот такая вот мультифлора, которая будет цвести, цвести и цвести. Фаленопсисы очень прихотливые, очень долго цветут, и поэтому, конечно же, второе место отдается именно орхидея фаленопсис. И ура! Первое место — невероятно пышный горшочек с солнечным лучиком. Так и называется эта расцветочка — Проминеи, солнечный лучик. Это Проминеи, такое вот замечательное растение, все в бутонах, множество свежих налитых бульбочек. Горшочек невероятно пышный, очень-очень много псевдобульб, бутонов. Растение зеленое, здоровое, ну просто сказка и заглядение. Такое вот растение, оно довольно-таки встает популярным, и очень его редко встретишь в продаже, поэтому все пытаются его быстренько-быстренько ухватить и иметь в своей коллекции. Очень неприхотливое растение, радует вот такими вот красивыми солнечными цветами. Его еще называют, кстати, желтым зигапиталумом. Да. Вот так вот.
Такая вот проминаешка. Я, конечно же, не устояла и завела себе такую же. Я заказала два горшочка. Одну для вас, одну для себя. Очень-очень хочу иметь такое растение тоже у себя. Есть, как вы видите, и молодые росты, и молодые бульбы, и шикарная здоровая зеленая листва. В общем, мечта, мечта, мечта. Да, и последнее тоже касается, идет к первому месту. Это огромный мешок 50 литров отменной коры. Да-да, вы не ослышались. 50 литров отменной коры. В 50 литров можно посадить, пересадить всю свою коллекцию и еще поделиться с друзьями. Так что да, проминея и 50 литров отменной коры – это первое место. Желаю вам удачи, надеюсь, вам понравится. Думаю, что это не последний конкурс, не последний розыгрыш орхидей. Мы будем периодически что-нибудь интересненькое придумывать, поэтому подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе. Участвовать в конкурсе могут абсолютно все. Единственный нюанс такой, что приз объемный с первого места я не смогу отправить в другие страны. По Украине, конечно же, да, без проблем, в любой город, за мой счет. А растения, конечно же, я отправлю в любую страну, в любой город, без проблем. Итак, условия конкурса таковы, что вы должны быть подписаны обязательно на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, в любых соцсетях. Одноклассники, ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм, Гугл. Также оставить под этим видео комментарий со словом «участвую» и где вы поделились видео. Розыгрыш начинается сегодня, 19 апреля, среда, и заканчивается 23 апреля, воскресенье, в 20:00. Всем желаю удачи, всех целую, обнимаю, всем пока-пока!